если вы до сих пор думаете, что для меня, как для блогера, Инстаграм — это источник заработка, вы глубоко ошибаетесь. Блять, это просто, это вся жизнь, это душа, это то, с чем я просыпаюсь и засыпаю грёбаные 5 лет подряд. А, слезы не текут. Ладно, ребята, всем здорово, Саныч на связи. Но вот конкретно такую чаечку мне, конечно же, не жалко, когда там вот эти вот все инстасамки, что они там делают, там блюда разные выкладывали, жопы свои, сиськи. Ну, в общем, в принципе, все, вы это знаете, ребята. Но снятие монетизации, ограничение там многих хостингов для людей, которые действительно занимались творчеством. Я сейчас не говорю, что там даже мой канал, в принципе, это не творчество. Ну, что-то приближенное к творчеству, к какой-то психологии, да, но отдаленно. Это канал с реакциями, в принципе, здесь творчества практически нету, да, но у людей есть реально творчество. Кто-то музыкант, кто-то художник, кто-то скульптор, кто-то там, и, ну, много-много разных, можно сюда привести примеров. И вот так вот просто их наказали. Я реально, вот мне за их чисто вот просто обидно. Хотя мне тоже монетизацию как бы сняли, мне и за себя обидно, но тем не менее. Вот за таких людей мне обидно больше, ребята. Когда такие инстасамки плачут, конечно, ну, бабки, ребята, потерянные бабки. Вот, а там, в том творчестве, которым действительно занимались люди, там потерянная душа. Это разница как небо и земля, ребята. Пишите, что вы думаете по этому поводу.